Добрый день, уважаемые подписчики, коллеги. С вами вновь компания Protect Fit, и мы специалисты Родионов Юрий и Евгений Чуприна. Мы начинаем рубрику «Молочный дозор». В этой рубрике мы будем посещать животноводческие хозяйства, как действующие, так и новые, находить и устранять различные проблемные точки в кормлении животных, а также отвечать на вопросы, которые нам задают зрители. Итак, начинаем нашу беседу с часто задаваемого вопроса по кормлению телят-молочников. Евгений, скажите, пожалуйста, нужно ли использовать в этот период цельное зерно кукурузы? Вопрос действительно очень актуальный. Итак, друзья, если вы используете готовый предстартерный комбикорм, то, как правило, цельная кукуруза только снизит его, например, протеиновую питательность, а также витаминно-минеральную. И поэтому вы не получите ожидаемого результата. В то же время, если делать комбикорм самим, используя качественные белковые комбикорма, сделать комбикорм с цельной кукурузой целесообразно, и его эффективность будет совершенно иной. Также важным моментом в составе качества предстартерного корма будет являться наличие коксидиостатика и витамина минерального премикса. Опять тот же вопрос. А если в условиях собственного производства, как регулировать витаминно-минеральный обмен? Здесь можно воспользоваться специализированными кормовыми добавками. Одним из них является кормовая добавка Милкспарк. Ее можно вводить в молоко непосредственно телятам и полностью закрывать проблему витаминно-минерального питания. Также эта добавка будет профилактикой диареи телят. На этом пока все. Если вам понравилось, то ставьте лайки, чтобы как можно больше аудитории узнали о нас. С вами были Евгений Чуприна и Родионов Юрий. Всем вам удачи, здоровых телят и большого молока.